Всем огромный привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Мы находимся в магазине Светофор. На полочках очень много новинок. Давайте вместе их посмотрим. Я желаю всем приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм. Ссылочку оставлю под видео. И на мой второй канал. Там много полезного и интересного. Из новинок я вижу средства для мытья посуды. Прекрасная пенится, легко смывается, также удаляет загрязнение даже в холодной воде, отмывает посуду без проблем. Объемом 1 литр, стоимость 34,90. Антиперспирант от Rexona, комфорт пудры, 48 часов, объем 200 мл, стоимость 89,90. И хочу вам сказать, что вот такой вот гель для душа мне очень понравился. Свежесть и увлажнение кожи. Он идет в ассортименте. Объем 500 мл. Стоимость 44,90. С разными ароматами. Сухое универсальное чистящее средство. Не содержит хлор. С ароматом лимона. Объемом 400 грамм, стоимость 18,90. Гель для стирки сорти «Чистота и мягкость». Гель идет объемом 3 литра, стоимость 228,90. Дихлофос «Терминатор Универсал» против тараканов, мух, муравьев, комаров, бабочек. Объемом 180 мл, стоимость 42,50. Освежитель воздуха после дождя. Объемом 400 мл, стоимость 35,90. Новинка. Кондиционер для белья. Кондиционер идет объемом 2 литра, стоимость 77,90. Влажная туалетная бумага, не содержит спирта. Деликатный уход. В наборе 80 штук. Стоимость 34,90. Средство против мух «Липкая смерть». Количество 1 блок, 16 штук. Общая длина ленты не менее 84 сантиметров. Стоимость 80,90. Сейчас очень актуально, и я думаю, это будет очень выгодно по такой низкой цене. Гель для бритья, идеальное скольжение для чувствительной кожи без красителей и парабенов. Объемом 200 мл, стоимость 95,90. А также есть пена для бритья, защита и восстановление для чувствительной кожи с ментолом. Объем 200 мл, стоимость 54,90. И обратите внимание, что есть питание и увлажнение для нормальной кожи с мультивитаминами. Прокладки классические, индивидуальная упаковка. В наборе 10 штук, мягкая поверхность, 17,50. Ватные диски в наборе 180 штук, 43,90. Я думаю, это очень выгодно, надо обязательно купить. Универсальное чистящее средство 10 в одном, легко и быстро очистит ванну, душевые кабины, унитазы и так далее. Объемом 750 мл, стоимость 39,90. Очиститель салона пенный 2 в одном. Глубокая очистка удаляет любые загрязнения обивки и освежает внешний вид салона. Сзади на упаковке указано применение, объемом 650 мл, стоимость 109,90. Думаю, сейчас это уже будет не очень актуально, но все равно покажу, может кто-то купит на следующий год. Это автощетка от Снега. Она идет 58 сантиметров, стоимость 98,90. Обратите внимание, что в магазине есть детские подгузники 25 кг, 11-25 кг в упаковке, 32 штуки, стоимость 274,90.
Белоруссия. А также подгузники 7-18 кг в наборе 40 штук 290. Бумага туалетная трехслойная в наборе 8 рулонов, стоимость 73,90. А также есть бумага туалетная двухслойная в наборе 8 штук, стоимость 63,90. Стиральный порошок детский на основе натурального мыла, гипоаллергенный, объемом 3,5 кг, стоимость 136,90. А также есть стиральный порошок Вьюга 9 кг, стоимость 281,90. Появился большой гель для стирки объемом 2,7 литра, стоимость 93,90. Солтон, защита от воды, бесцветный, подходит для замши и гладкой кожи. Объем 150 мл, стоимость 73,90. Мешки для мусора на 30 литров, в наборе 50 штук, стоимость 19,90. И есть мешки для мусора на 60 литров, в наборе 50 штук, предназначены для хозяйственных целей, утилизации бытовых отходов. После заполнения выбросить в мусорный контейнер. Стоимость 33,90. Ароматизатор воздуха для автомобиля в наборе 3 штуки по 9 мл с ароматом дыня, вишня, персик. Натуральные аромамасла. Сзади на упаковочке указана инструкция по применению. Стоимость 108,90. Китай. Салфетки из синтетической замши 43 на 32 сантиметра, стоимость 46,90. Китай. А также самоклеящаяся пленка, материал 100% ПВХ, стоимость составляет 189,90. Пленка идет в ассортименте в красном цвете, также есть в розовом цвете. Вот такая вот красивая пленочка и с вот таким вот декором. А также есть скатерть колорит 135 на 180 сантиметров, состав 87% ПВХ и 13% полиэфир, стоимость составляет 128,90. Обратите внимание, что скатерть есть в голубом цвете и в бежевом цвете. А также контейнер переноска универсальный. Идет с тремя секциями. Отлично подойдет для бытовых предметов, также для канцелярии. Материал полипропилен. Стоимость 76,90. Цветные универсальные крышки в наборе 10 штук, состав полиэтилен. Стоимость 28,90. А также есть набор контейнеров, легкие, прочные, универсальные, идеальные для хранения заморозки, переноски обедов, стоимость 35,90. В наборе 3 контейнера объемом 500 мл. Угловая полка двухъярусная, стоимость 188,90. Столик-подставка изготовлен из полипропилена. Стоимость 162,90. Посмотрите, как очень удобно. Сюда можно поставить бутылочку. Вот сюда какие-либо предметы. Чайник объемом 3,5 литра. Стоимостью 430,90. У чайника очень красивый декор. А также в магазине штора, она идет 50 сантиметров в ассортименте в зеленом и в оранжевом цвете. На упаковке указана комплектация и способ крепления. Можно повесить на стену, на потолок, в оконный проем. Стоимость 253,90. Набор стаканов в наборе 6 штук. Объем одного стакана составляет 230 мл,
стаканы идут в ассортименте, очень красивые, цветочками, смотрите, очень яркие, мне очень понравились. Крышки в наборе 50 штук, стоимость 90. Подушка 68 на 68 сантиметров, состав 100% полиэстер, стоимость 178. А также есть подушка, сделанная из бамбука, 50 на 70 сантиметров, стоимость 169. Обратите внимание, что еще есть одеяло 172 на 205 сантиметров, стоимостью 371. Есть такой вот тепленький плед, он идет 150 на 200 сантиметров. Плед идет в ассортименте, очень красивый, мы такой себе покупали очень давно, нам очень понравилось, качество просто замечательное, стоимость 271. Смеситель для ванны стоимостью 722. Вот так вот он выглядит. Так что, кому интересно, в магазине он тоже есть. Фасовочные пакеты предназначены для фасовки, упаковки и хранения пищевых продуктов. Сохраняют качество, свежесть и вкус продуктов. В наборе 250 штук, стоимость 37,90. Кружка объемом 300 мл, сделана из стекла. С декором, стоимость 39,90. Кувшин объемом 1,7 литра с крышкой, идет без декора, стоимость 101,50. Набор стаканов, в наборе 6 штук, объем одного стакана 300 мл, стоимость 174,90. А также есть шпроты массой 150 грамм, стоимость 27,90. Маслины без косточки объемом 300 мл, стоимость 39,90. Ананасы кусочки в легком сиропе 850 мл, 69,90. Арахис жареный массой 500 грамм. В сахаре. Состав: сахар, вода, питьевое масло, стоимость 74,90. Миндаль массой 250 грамм, стоимость 170,90. А также есть конфетки массой 1 килограмм, стоимость 170. Конфеты массой 500 грамм, стоимость 67,90. Шоколадная паста массой 750 грамм, стоимость 99,90. Конфеты халва массой 500 грамм, стоимость 64,90. Печенье супер сэндвич массой 500 грамм, стоимость 89,90. Трубочки вафельные 500 грамм, стоимость 53,90.